О необходимости укреплять семейные ценности говорили сегодня и астанчане. Предлагаю послушать, что рассказывают жители столицы о своих личных семейных традициях. Прежде всего, уважение друг к другу. Нельзя его терять. Если я перестану ее уважать, она перестанет меня. Этого не должно быть. Любить друг друга, поддерживать, переживать друг друга. Если она задержалась где-то на работе, я, значит, обязательно иду встречать. Если, допустим, вот иду, там ремонт идет, спускается, я обязательно руку подам. 41 год мы вместе уже. 3 года мы дружили, 44 года вот вместе. В моем детстве точно не было интернета, и в семье мы очень много времени уделяли друг другу. Вот света бывало, отключали и с детьми, и со своими братьями, сестрами игрались. Но очень весело, да, на самом деле. И важно, наверное, и сейчас я сам уже женат, и у меня уже 2 детей, и важно вот это привить, наверное, больше физической активности, нежели там сидеть в интернете или в телеках и прочее. Это, на самом деле, очень сильно укрепляет. Мы, например, с семьей часто ездим по ночам. Вот по ночному городу. Такой красивый вид. Мы на набережную ходим и слушаем там музыкантов на набережной. Еще играем в игры настольные. Семья — это может быть не только родственники, это может быть какие-то люди или какое-то место даже. Это могут быть твои друзья. Это люди, может быть, даже животные, которые поддерживают тебя и любят. И у вас могут быть ссоры разные, но, тем не менее, вы будете находить общий язык.